1 июля министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области побывал в поселке Морозовка, где располагается Омская воспитательная колония для несовершеннолетних. Александр Фабрициус не первый раз посещает это место. На встрече с осужденными он вспомнил, как 3 года назад играл с ребятами в футбол. Рассказал о личных спортивных достижениях и важности выбора правильного жизненного пути. Воспитанникам колонии были продемонстрированы видеоролики, изготовленные министерством. Ребята увидели сюжет о том, как проходила в Омске эстафета Олимпийского огня, просмотрели социальные ролики о вреде курения и наркотиков. Для того, чтобы воспитанники колонии смогли приблизиться к спорту и испытать всю прелесть спортивного азарта, был привезен карт. Не отвлекаясь на дождь, министр проинструктировал ребят перед первой поездкой, объяснил все тонкости вождения. Почувствовать себя гонщиками смогли лучшие воспитанники колонии. Они сделали по несколько кругов по территории. Александр Фабрициус болел за каждого. Кто-то первый раз я видел, что руль перехватывали непонятно как, педаль газу, но зато он выходил, его, будем говорить, подтряхивало, но он был счастливый. Я думаю, что те минуты счастья, которые они получили, ну, наверное, все-таки положительные эмоции им нужны сегодня больше, чем даже на свободе. Такой урок по картингу от Минспорта пришелся ребятам по душе. Правда, не у всех получалось справиться с волнением и гладко преодолеть дистанцию. Однако воспитанники были благодарны за предоставленную им возможность сесть в карт. Хочу поблагодарить министра, чтобы дал такую возможность покататься на картингах и Омскую воспитательную колонию. Чтобы возможность дали покататься в Омскую воспитательную колонию. Ну, впечатление у меня позитивное. Получил много эмоций. Так, всем большое спасибо. Сильно волновался? Да. Ну, я за руль не первый раз сел. Ездил уже на воле. Ну, на такой первый раз сел. В завершении встречи министр вручил ребятам наборы для настольного тенниса, баскетбольные мячи и конфеты. Выразил большую благодарность руководству колонии за хорошую воспитательную и патриотическую работу. Сегодня мы провели тренировочные только заезды. Ребята показали на осень. На осень мы планируем провести здесь чемпионат по картингу, специальную трассу сделаем для ребят. И достойного выявим медали, кубки вручим ребятам, которые здесь будут.